Итак, дорогие друзья, всем привет! Перед вами наш мед, урожай 2020 года. Сегодня мы хотим попробовать сделать взбитый мед или крем-мед, как это еще говорят. Посмотрим, что у нас из этого получится. Всем приятного просмотра, поехали! Итак, взбивать мы будем обычным миксером. Мощность его 900 ватт, кому интересно. Работать мы будем на самых низких скоростях, первая и вторая. Ну а после того, как пройдет минуток 10, мы уже будем на самых быстрых оборотах взбивать наш мед. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим на наш первый результат. Прошло порядка 10 минут. Открывай, пожалуйста. Я хотела открыть. Обратим внимание на то, каким стал мед. Ну как? Вкусно. Похоже на сгущенку? Угу. Да? А на крем? Больше на сгущенку похоже. Мой-то умник. По вкусу или по виду? По виду. А по вкусу? Похоже на что? Ну, по вкусу, ну, на обычный мед, только туда чуть-чуть сахара добавили. И у меня теперь в горле... Жжет? Да. Thank you.